Прежде чем мы начнем, хотели бы вас попросить поставить лайк этому видео и подписаться на канал. 97% пользователей смотрят наш канал без подписки. Мы очень грустим по этому поводу. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» стала серой. Спасибо за подписку. А теперь начнем. Православная Церковь сегодня чтит память христианской святой Анисии Солунской, пострадавшей за веру при императоре Максимиане. Проживала мученица в христианской семье в греческом городе Салоники. После смерти родителей она раздала имущество нищим, а свою жизнь проводила в посте и молитве. По дороге в церковь Анисию остановил римский воин, предложивший ей отправиться на языческий праздник. Девушка отказала ему, тогда он попытался ее схватить и сорвать покрывало с ее головы. Анисия его оттолкнула и, плюнув ему в лицо, сказала: «Да запретит тебе, дьявол, Господь мой Иисус Христос». После этого воин достал свой меч и ударил ее в бок, пронзив насквозь. Тело мученицы погребли фессалоникийские христиане за городом. Позже на ее могиле был возведен молитвенный дом. Сейчас мощи святой находятся в Салониках в базилике святого Димитрия. Почитать память Анисии Солунской стали с X века. 12 января – обычаи и традиции. В народном календаре этот день назван Анисия Желудочница. Наши предки 12 января резали гусей и свиней к Васильеву вечеру. Погода обычно стояла морозная. В народе говорили: «Не проси у Анисии теплоты». Святой мученице молились те, кто маялся желудком. Верили, что она обязательно поможет. В старину на Анисию ходили в гости к родственникам и друзьям, устраивались пышные застолья. По преданиям, в этот вечер ожесточается нечистая сила, поэтому люди старались всячески уберечься от нее. Если в этот день на пороге будет обнаружен платок, то это дурной знак. Значит, ведьма порчу навела. 12 января нельзя принимать подарки от чужих или малознакомых людей. Также есть риск встретиться с нечистью, которая в период святок разгуливает по улицам. Сны, приснившиеся на 12 января, считаются вещими. Увидеть во сне землю к собственной смерти. Приснившиеся поцелуи или свадьба сулят ссоры в семье. На Анисию зимнюю нельзя шить и прясть, потому что это принесет несчастье. Употреблять пищу с солью – к проблемам со здоровьем. Не стоит поднимать вещи на перекрестке, иначе накличите на себя беду. Если в семье кто-то занедужил, то можно провести ритуал для его выздоровления. Нужно выйти на перекресток и громко сказать имя больного человека. 12 января – приметы и поверье. Снег пошел – к пасмурному лету. Южный ветер – к теплому лету и хорошему урожаю. Западный ветер – в реках рыбы будет много. Солнечный день сулит потепление. Скоро с юга прилетят перелетные птицы. Звезд на небе не видно – к перемене погоды. Люди, родившиеся 12 января, будут хорошими охотниками и плотниками. В качестве талисмана им подходит опал. Спасибо за просмотр ролика. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и поделиться с друзьями. Спасибо!